Вот ты выиграл в конкурсе, и что? Конкурсы. Голос краины, на минуточку. Это не просто конкурс. Я просто боюсь, что ты мне по зубам так дашь. Что, я вообще планировал, но ладно, хорошо. Это реально был батл. Это было то чувство, то соперничество. Мы с Ксюшей безумно круто сдружились, но... Ну, я. У тебя была оппонентка, да? А ты победил. Дай ей совет, чтобы она в следующий раз победила от своего оппонента. Она уже, во-первых, победила то, что она сюда пришла. Вы просто поймете, что это человек с безумной историей, которая реально заслуживает на внимание миллионов. И просто она уже сама себя победила и переборола то, что она сюда пришла. Честно вам сказать, она лучше была. Ну, чем по-моему. Ты? Да. Не знаю, как вокально, но выглядела и держала она себя на сцене намного увереннее. То, что я с себя ходил, я просто, знаете, боялся немного. Смотрел на людей и типа такой, куда же? Ну, вот так как-то. Я думаю, что Тина просто подарила мне такой, ну, как сказать... Толчок. Толчок к своему творчеству. Она учила тому, чтобы внутри была своя религия. Все, не разочаровывайся. Ты уже посмотрел на людей в этом сезоне, ты их уже послушал. Есть ли у тебя фаворит? Давай не про голос, давай вот про историю, про личность, возможно, про стиль, я не знаю, про что-то. Вот, возможно, есть кто-то, за кого ты болеешь, ну, просто так, вот душой. Салем. И Даша Трубецкая. Хорошо, смотри, мы знаешь, что делаем? Про маску мы тебе говорили, мы тут балуемся с масками в Инстаграме. Что меня ждет в 2020? Погнали. Что ждет Виталия в 2020? Приключения. Интертеймент.